Я! Ну, и где ты был, животное? В мусоропроводе! Что ты там делал? Да. Что да? Я там делал. Чего? Ничего. А сколько? Сколько смог? А не надо было выбрасывать мою коробочку. Выбросил мою коробочку, а потом спрашивает, куда я хожу. Как это глупо. Ладно, собирайся, сейчас поедем тебя вязать. Не понял. Там поймешь, она красивая, ей 2 года. Пушистая, темно-серая, зовут Матильда. Кто? Никто, а что? Твоя сегодняшняя подруга, она такая... Большая, пушистая, темно-серого цвета. Ну, я-то рыжий, дети фиолетовые будут. Детей не будет. Не понял. У нее очень богатые хозяева. У их кошки сегодня день рождения. Они решили сделать ей подарок. Это проституция? Нет. Да. Нет. Да. Нет. Да. Нет. Да, я согласен. Но это проституция. Но я согласен. Но не могу. Я не понял, что за дела? Ты что, импотент? Да, да. Она серая, я таких не люблю. Импотент. Кто импотент? Я импотент. Я импотент. Да ты хоть у кого спроси, хоть у Мурки спроси, хоть у Муськи спроси, хоть у себя спроси. Шутка. Плюшевый медвежонок, твоя работа? Это медведица. Ну, хорошо, я поеду. Но ты должен накормить меня мясом. Рыбой. Мясом. Рыбой. Мясом. Рыбой. Мясом. Свиная говядина с куриным подливом. И 14 граммов водки. И обещай, что не будешь меня мыть. На. Тут уже грязный. Я естественный. Это твой сын грязный, вот его и мой. И пускай больше не дергает меня за хвост. Еще раз дернет, все обгажу. Так все обгажу, что тебе не с чем будет сравнить. Ты меня знаешь. Я тебя знаю. Ладно, давай собирайся, подруга ждет. Чего собирать-то? Все с собой. Да, кстати, у них там собака. Так что, как зайдем, не пугайся, она на цепи. А? Собака? Да. На цепи? Да. Это хорошо. Только все равно пускай наденут намордник, и кто-нибудь держит ее за лапы. И еще водки, иначе не буду. Собака-то хоть симпатичная. Болван, собака не для тебя, для тебя кошка. И не вздумай прыгать там на стол. Они богатые люди, у них кругом хрусталь. А ты нищий. У тебя только я, а у меня блохи, а у них рахит, а у него... Что такое? Ну что, воды попей. Икры хочу. Красный, ведро. Чего? И черный, и музыку. Без музыки не буду. Без музыки икру есть не буду. Ну, нахал. Видимо, придется тебя усыпить. Опа! Это что, угроза? Нет, это мое твердое решение. Опа-па-па-па-па-па-па. Попой, попой напоследок, давай. Погоди, опа-па, я больше не буду. А, испугался, да? Нахал. Я. Рысь подвальная. Я. Гуашь плакатная. А я? Самый лучший в мире хозяин на небесах, на земле, на воде. Самый лучший, умный, чуткий, хороший, ну, ладно, и добрый. Ну ладно, угодил. Нет, самый добрый, дай бог каждому такого хозяина. Самый мощный, эффективный. Ну, хватит. От перхоти. В каком смысле? В хорошем. А по башке? На. Ну, на тебе еще мало. Ну ладно, хватит. Пошли. Угу. Оп. Стой. Что? Лапами вперед. Примета плохая. Стой. Что еще? Песня. Стой, которая ждет меня.
Thank you.